Джоэль Харрис. Приключения братца-кролика и братца-лиса. В гостях у матушки Медоуз. Маленький Джоэль опять приготовился слушать, а дядюшка Римус взял кочергу и сдвинул головешки, чтобы веселее полыхал огонь, а потом начал. «Ты знаешь, конечно, что кролик был не в ладах с коровой с тех пор, как выдоил у нее молоко. Вот один раз, когда она гналась за ним, да так быстро, что перебежала через собственную тень, братец-кролик надумал свернуть с дороги и навестить своих добрых друзей, матушку Медоуз с девочками. Скок да скок, да скок да скок. И вдруг братец-кролик видит, под кустом лежит братец-черепаха. Остановился кролик и постучался в крышу дома черепахи. Ну, конечно, в крышу, потому что братец-черепаха всегда таскает с собой свой дом. В дождь и в ведра, в зной и в стужу. Когда б ты не встретил его и где б не нашел, всюду с ним его славный домик. Так вот, кролик постучался в крышу и спросил, дома ли хозяин. А братец-черепаха ответил, что дома. «Как поживаешь, братец-черепаха?» «Как поживаешь, братец-кролик?» Потом кролик спросил. «А куда ты ползешь, братец-черепаха?» А тот отвечает. «Да так, просто гуляю». Тут кролик сказал, что собрался в гости к матушке Медоуз с девочками и спросил, не хочет ли братец-черепаха отправиться вместе с ним. «Отчего же? Можно!» – ответил братец-черепаха, и они пошли вдвоем. Поболтали дорогой всласть, и вот уже они пришли. Матушка Медоуз с девочками встречает их на пороге и просят входить. И они вошли. Братец-черепаха такой плоский, что ему неловко было на полу, и на стуле тоже ему было слишком низко. Вот пока они все искали, на что бы его посадить, братец-кролик взял его и положил на полку, где стояла ведерко. Братец-черепаха разлегся там так важно, будто индюка проглотил. Ясное дело, зашел у них разговор о старом лисе, и кролик принялся рассказывать, как он оседлал лиса и какой замечательный из него получился верховой конь. И все хохотали до упаду, матушка Медоуз с девочками и братец-черепаха. А кролик сидел в кресле, покуривая свою сигару. Откашлялся он и говорит. «Я по сегодня приехал на нем. Только я задал ему третьего дня такую скачку, что он охромел на одну ногу. Боюсь, придется его теперь и вовсе сбыть с рук». Тогда братец-черепаха говорит. «Ну что ж, если ты вздумаешь продавать его, братец-кролик, продай его кому-нибудь подальше, потому что он уже всем надоел в наших краях. Только вчера я встретил братца Лиса на дороге, и представьте, что он сказал мне. «Эй!» – крикнул он. «Вот и ты, грязнуха-ползуха!» «Ужас какой!» – воскликнула матушка Медоуз. «Слышите, девочки, старый лис обозвал братца-черепаху грязнухой-ползухой!» И все прямо ахнули. «Как это лис?» посмел обидеть такого милого человека, братца-черепаху. А пока они ахали и возмущались, лис стоял у задней двери и подслушивал. Много неприятного услышал братец-лис. И вот вдруг он всунул голову в дверь. «Да как!» – крикнет. «Добрый вечер, друзья! Как поживаете?» И как прыгнет к братцу-кролику. Матушка Медоуз с девочками, те подняли крик и визг, а братец-черепаха подполз к краю полочки и свалился оттуда. Да как! Плюхнется лису на макушку! Он вроде как бы оглушил лиса. А когда опомнился лис, все, что он увидал, это котелок с овощами, перевернутый кверху дном
в очаге и сломанный стул. Братец-кролик исчез, и братец-черепаха исчез, и матушки-медоу с девочками тоже как не бывало. Кролик забрался в трубу, вот почему котелок перевернут был в очаге кверху дном. Братец-черепаха заполз под кровать и притаился за сундуком, а матушка-медоу с девочками выскочили во двор. Лис осмотрелся по сторонам, пощупал свою макушку, куда угодил ему братец-черепаха, а кролика и след простыл. На беду дым из зола донили кролика, и вдруг он как чихнет. «Ага», — сказал лис, — «вот ты где!» «Ладно», — сказал он, — «я выкурю тебя оттуда, теперь ты мой!» Но кролик ни словечко в ответ. «Ну что же ты, не выйдешь добром?» – спросил лис. А кролик ни слова. Тогда лис пошел за дровами. Приходит и слышит, кролик смеется. «Что ты там смеешься, братец-кролик?» – спросил лис. «Ну, сказал бы, да нельзя», – отвечает кролик. «Уж лучше говори», – сказал лис. «Да так, кто-то спрятал тут и ящик с деньгами», говорит кролик. «Так я тебе и поверил», говорит лис. «Ну, сам погляди», сказал кролик. И только лис сунул морду в очаг, кролик все глаза ему засыпал нюхательным табаком. Он всегда носил при себе табакерку. И лис давай кувыркаться кувырком, кувырком за порог. А кролик вылез из трубы и попрощался с хозяйкой. «Как ты спровадил его, братец-кролик?» – спросила матушка Медоуз. «Кто? Я?» – сказал братец-кролик. «Да я просто сказал ему, что если он тотчас же не уберется домой и не перестанет докучать честным людям, я схвачу его за шиворот и все бока ему обломаю». А братец-лис кувыркался и кувыркался, пока не добрался до своего дома. «А что сталось с черепахой?» – спросил Джоэль. «Что сталось? Что сталось?» – воскликнул старик. «Вечно дети хотят узнать все сразу. У тебя глаза уже слипаются. Беги спать, дружок».